Итак, всем привет, друзья! И тут такая новость у нас. Еврокомиссия оштрафовала корпорацию Apple на 13 миллиардов долларов за неуплату налогов. Итак, Европейская комиссия обязала Ирландию взыскать с компании Apple 13 миллиардов евро по налоговой задолженности. Этот штраф является крупнейшим в Европе, передает УНН со ссылкой на BBC. Антимонопольное расследование, по итогам которого принято решение, продолжалось 3 года. Комиссия установила, что Ирландия предоставила Apple незаконные налоговые льготы, позволив ей в течение многих лет выплачивает существенно меньше налогов, чем другие фирмы. Практически такое лучшее отношение позволило Apple сократить выплаты корпоративного налога с европейских доходов с 1% в 2003 году до 0,005% в 2014 году. И нам еще предстоит немало поработать над тем, чтобы удостовериться, что компании конкурируют на равных, а не за счет граждан ЕС, заявила европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргарет Вестагер. В соответствии с законодательством ЕС, налоговые органы отдельных стран не имеют права предоставлять налоговые скидки избранным компаниям, поскольку это считается незаконной государственной помощью. По данным ЕС, по решению правительства Ирландии, в 1991 году и 2001 годах компания Apple было запрещено уменьшить размеры налоговых отчислений в этой стране.